Трудовой коллектив агрокомбината «Южный» – настоящие профессионалы своего дела. Такие, как Наталья Грехова, которая работает овощеводом почти четверть века. За эти годы ей ни разу не пришла мысль сменить профессию. И на то есть объективные причины. Так как здесь стабильная зарплата была, я пришла сюда на работу. А работаю здесь только потому, что привыкаешь к людям, привыкаешь к коллективу, привыкаешь к комбинату, привыкаешь к блоку, и менять ничего не хочется. По стопам матери пошли две ее дочери – Анастасия и Ольга. Когда-то они просто помогали маме собирать урожай, а сегодня официально трудоустроены на предприятии. Анастасия работает здесь уже 17 лет и, как мама, о своем решении ни разу не пожалела. Ходила помощниками, потом пришла и начала работать. Я уже 17 лет работаю здесь. Не знаю, мне нравится. Стабильность нравится, зарплата. Вполне реально все. Нужно просто иметь желание. И все. Ничего тяжелого здесь нету. Просто нужно желание. Последней семьи на агрокомбинат пришла младшая Ольга. Она работает тут лишь второй год, но уже влилась в трудовой коллектив. Как признается девушка, работа ей нравится. Да и тот факт, что семья рядом, придает ей сил. Где-то я помогаю, где-то они мне помогают. И, наверное, проще. Уже к девчатам тоже привыкла. Работаю с мамой в звене в одном. Ну, как-то зарплата стабильная. В кордоннике забирают, сюда привозят, назад тоже домой отвозят, и как бы удобно. Семья Греховых не единственная трудовая династия на агрокомбинате. А все потому, что здесь для работников созданы все необходимые условия. Официальное трудоустройство, достойная зарплата, бесплатный транспорт, целый ряд социальных льгот. Более того, руководство не забывает о достойном поощрении самых трудолюбивых членов коллектива. У нас есть весь соцпакет. Также у нас объявлен конкурс с 1 мая по 1 декабря. Что означает этот конкурс? В этом конкурсе мы будем выбирать лучших мастеров-овощеводов. Главный приз – это у нас автомобиль и 99 подарков. То есть туда входят телевизоры, холодильники, микроволновые печи, стиральные машинки, посудомоечные машинки. Ну, в общем, вся бытовая техника. Поэтому приглашаем всех. Также мы увеличиваем заработную плату на 20% на качественный сбор продукции и на качественный уход за растениями томата и огурца. Сегодня на предприятии открыт целый ряд вакансий. И если вас заинтересовала возможность трудоустройства, вы можете получить всю необходимую информацию в департаменте управления персоналом «Агрокомбинат Южный». Достаточно позвонить по номеру 8 988 910 1095 или 8 988 10 1040.